Хе-хей, ну вот и наконец-то мы на ферме Слаймов. Ой, хорошая погода, мой заложенный нос, солнышко, ясненько, тепло и другая планета, конечно же. О, нет, боже мой, мои фосфорные слаймы, они исчезли. Все же не зря вы писали мне в комментариях, что нужно сделать, закрыть, короче, этот загон, чтобы солнце не попадало сюда, иначе... Иначе фосфорные слаймы, они просто исчезнут, потому что не любят солнце. Вот капец. Придется идти за новыми. И сейчас я сразу же сделаю здесь это, солнцезащитный щит, во. Покупаю его. Вот, ты посмотри, какой он крутой. Надо было его сразу купить. Ах, ну по незнанию, по незнанию. Век живи, век учись, как говорится. Так, что у нас по поводу фермы? Ферма растет, все нормально, запасов никаких нет, уже израсходовал. В общем, в этой серии я собираюсь купить наконец-таки лабораторию. Она у меня сейчас закрыта. Стоит лаборатория 10 тысяч голды. Я не знаю, за сколько я соберу эти 10 тысяч, но я попытаюсь это быстрее все осуществить. И в этом мне помогут, конечно же, слаймы, у которых самые дорогие плорты. Это слаймы... Ну, вроде бы сейчас самые дорогие это лавовые для меня, которые я знаю, где найти. И эти радиационные. Вот это я не знаю даже, как этот плорт называется. Даже не написано. И он, кстати, в цене падает. Ну вот у нас уже и вечер, 17:34, предлагаю отправляться уже на поиски фосфорных слаймов, как раз пока дойдем мы их где-нибудь да найдем. Опачки, а это скалистые, я думал фосфорные, а ну вот в принципе и фосфорные появились уже. О, смотри сколько их там много. Давай заберем парочку, так, хлыбы еще один, а один уже превратился. Котейского мы не будем трогать. Так, хочу чисто фосфорных, чтобы потом их скрести с чем-нибудь... Какие у меня там миуровые, фосфорные были в прошлый раз. Вот, такие я и хочу сделать. О, тихо, иди сюда. Да блин, съел. Ну, это, конечно, миуровый получился, но он очень большой и мне никуда не влезет, поэтому пускай гуляет. Так, где еще? Оп, вылетел. Иди сюда ко мне. 4 штуки. Нужно еще 2 хотя бы. О, варды появились. Так, а ну пошли вон отсюда. Разгулялись тут. Так, что мне нужно? Я хочу подняться туда наверх и открыть еще одну дверь. Вот она, это местечко. Опачки, что там внизу? Ой, злые скалистые слаймы. Нам они не интересны. А вот это то, что мы ищем. Открываем эту дверцу. Здорово. Теперь беспрепятственно можем сюда проходить. Так... Оу, фосфорных сколько, ты глянь. Фосфорные мне нужны. Опс, вроде бы все. Вроде бы хватает. Пойдем-ка теперь на нашу ферму. Итак, ребятки, добро пожаловать в ваш новый дом. Залетайте. У вас теперь здесь будет темненько так, даже в солнечное время суток. Я позаботился об этом. А знаешь, что я подумал? Я их буду скрещивать в этот раз не с мюровыми слаймами, а с радиационными. Мне как-то в комментариях писали, что если радиационных облить водой, у них радиация спадает, и их можно как бы забрать. Вот сейчас мы это и проверим. Вода. Сейчас попробуем набрать оттуда. Я даже не знаю, достанется у меня, не достанется отсюда. Нет, отсюда точно не достану. Так, а если я отсюда воду попробую собрать? О! О, то, что надо. Хорошо, что есть пруд на самом-то деле. Я здесь могу поплескаться вот так вот. Набрать отсюда воды. В общем, полезная вещь. И нужно сюда еще одного. И нужно будет еще одного лужицу слайма притащить сюда. А также хочу прикупить себе энергетический блок, чтобы побольше энергии было. Вот. Ну все, вроде бы можно теперь отправляться за радиоактивными слаймами. Поехали. Ну вот мы наконец-то и пришли. Здорово. Так, значит, давай попробуем. Включаем водяную пушку. Моем их. Опа, действительно, смотри, их радиополе отключается. Радиоактивный слайм, его лучи ослепительны, но для здоровья очень вредны. Здорово, спасибо вам за совет, друзья, товарищи, фермеры, слаймеры. Так, я заберу сейчас парочку отсюда. Надеюсь, они у меня в кармане не начнут светиться, а то потом я сам вместе с карманом начну светиться. Так, ой, куда он улетел-то? Ну ладно, фиг с ним. Вот тут есть парочка, сейчас. Сразу двоих. Хлыбыщ. Так, 6 мне вполне хватит. А вообще, на самом деле, мне нужны не сами радиоактивные слаймы, сколько их плорты, чтобы...
чтобы скрестить их с фосфорными. Нужно их покормить. А покормить их нужно... Давай, слаймопедия. Слаймы. Они едят овощи. Любимая еда ока-ока. Надо же. А у меня ока-ока как раз на ферме растет. Придется все-таки открывать еще одну ферму для радиоактивных слаймов. Ладно, тогда давай побольше наберем. Я уберу, наверное, тогда хранилище и вместо него еще один загон построю. Так, ну вроде бы все, все я собрал, что хотел. Лужицу еще, надо не забыть лужицу. Можно даже несколько лужиц. Сейчас попробуем. Интересно, а что, если я скрещу лужица плорт с каким-нибудь другим слаймом? Получится какой-то земной или водяной слайм? Вот это тоже вопрос. Вот давай сейчас попробуем. Вот у меня водяной плорт. Я попробую его сейчас скормить розовому плорту. Посмотрим, что получится. Давайте, кушайте. Скушай, плорт. Или ты такой плорт не ешь? Эй, а может ты съешь? Давай. Давай тогда скалистов попробуем покормить. Нет, они такие не едят. Понятно. А вот если я лавовый скормлю... Вот, лавовый он с удовольствием съел. Все, возвращаемся тогда на базу. Ну вот мы и дома. Лужицы, познакомьтесь с вашими двумя новыми соседями. Вот так вот. Воу, как вы тут скучковались. Слушай, а чё у них такие красные глаза и красный рот? Они на меня обозлились, что ли? Ребята, вы чего? Может, у вас вода грязная? Давайте я вам тут подолью сейчас. Вот, пожалуйста. Хорош это, красными глазами смотреть. Короче, я не знаю, что с ними, может, они заболели. Если кто-то в курсе, то напишите, пожалуйста, в комментариях, почему они немножко покраснели. Короче, я разобрался, почему они такие краснючие. Дело все в том, что им тесно. Если я уберу отсюда одного, то у них рожицы пропадают. Вот так вот. Все хорошо теперь. И теперь они будут производить плорты. А когда им тесно, они даже плорты не производят. Вот такие дела. Так, ребята, вас ждет сейчас угощение. Я хочу попробовать... О, так вы голодные, вас надо покормить сейчас. Что едят фосфорные? Фосфорные слаймы едят фрукты. Любимая еда клубника. У меня как раз тут клубника растет. Замечательно, когда все под рукой. Ребятки, нате, покушайте. Кушайте. Ваша любимая еда, между прочим. О, как засияли. Также покормлю сейчас. А, вы вроде бы не голодные, да, тут? Хотя парочку есть голодненьких. Вот так вот. И нужно построить еще загон. Вот это я все отсюда забираю. Это я убираю. Уничтожить. И строю сюда загон. Где загон? Загон. Вот он загон. Купить. Сделать его повыше. Эх, собирал я деньги на лабораторию, в итоге все спустил на загон и прочую всякую лабуду. Так, прыгайте сюда. Радиоактивные слаймы. Прыгайте. Вы любите ока-ока, да, значит? О, да, любите, обожаете просто. Кушайте. Ваши плорты дорогие, между прочим. Ну что, пойдем проведем эксперимент. Попробуем скормить плорты фосфорным. Да что ж такое-то не собирается. Ой, радиация отхватил, блин. Опасная вещь. Значит, пойдем попробуем плорты скормить нашим фосфорным слаймом. Давайте, кушайте. О, да, то, что нужно. Давайте, кушайте. Ой-ё, вот это будет круто. Ну, вот такой вот загон фосфорно-радиационных слаймов у меня получился. Блин, не ожидал, конечно, что это получится, но, в общем, как-то получилось. Так, пойду я это все дело продам. Надо теперь плорты забрать отсюда. Так, давай, собирайся. Поближе надо подойти. Ой, сейчас я радиацию отхвачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Смертельная доза у меня почти уже сейчас будет. 40 радиации получил. Сейчас я это все дело продам. Сколько фосфорные стоят? 29, отлично. Продаем все это дело. Водяные продаем. А водяные сколько стоят? 36, дороже, чем было. Круто. Радиоактивные у нас стоят 65. И лавовый 67. Блин, надо еще один загон. Я даже не знаю, куда еще один загон поставить. Я хочу лавовых слаймов. Лавовые слаймы, куда их, блин, затолкать? Мест нету совсем, надо ферму расширять. Мне сейчас тут дикая идея пришла в голову.
Чтобы не заводить еще один загон для лавовых, я просто их скрещу с радиоактивными слаймами. Вот и все, делов-то. Блин, это же гениальная вообще мысль. О, да. Ночь, уже глубокая ночь. За 12 часов. Сейчас я быстренько вот этих вот чудаков за... Блин, у меня, по-моему, больше, чем их 6 штук, да? А плортов всего 8. Ладно, давай, сколько есть. Сейчас закормлю. Ох, насколько теперь опасно стали эти слаймы, это просто пипец. Так, ребятки, кушайте, кушайте, там, кушайте. Так, еще один остался плорт. И как раз один слайм. А, нет, два слайма. Блин. Надо будет, значит, еще один где-то плорт раздобыть. Хотя, что раздобыть? Я сейчас просто этих покормлю, и будет мне плорт. Значит, радиоактивный... Воу-воу, тихо, загон мне не разнесите тут своими взрывами. Значит, радиоактивные у нас ели эти ока-ока, овощи, то есть. Это их любимое блюдо было. А бабах слаймы любят мясо. Ока-ока у меня пока что нету, а вот мясо это всегда пожалуйста. Смотри, сколько куриц, это просто пипец. Сейчас мы обчистим немножечко загончик свой куриный. Вот так вот. Пошли-ка. Ребятки, вы наверняка голодны, поэтому, пожалуйста, покушайте на вечерок. Во, все. Теперь у меня все слаймы здесь радио-лава-активные. Поскольку это самые буйные слаймы, ну, они взрываются, я хочу попробовать здесь сделать шарманку. Я не знаю, конечно, для чего она здесь нужна, но это, видимо, когда очень большой загон, очень много слаймов. Я надеюсь, что она уменьшит степень их взрывоопасности. Давай посмотрим. Покупаем. Где эта шарманка? Шарманыч. Ты играешь, нет? А, вон она, смотри, шарманка, играет музло. Вот такую музыку она играет для слаймов. А я тем временем пойду-ка посплю хотя бы пару часиков. У меня тут еще какая-то звездная почта прилетела. Помнишь, как ты потащила меня в гору? Ой, нет, я такое читать не хочу. Спать до утра. С добрым утром, страна. О, 6 утра. Да, хорошенько я поспал. Так, что у нас здесь есть? Ока-ока. Начну, конечно же, с кормежки своих любимых слаймиков. Так. Ну что, ребят, давайте, пришло время покушать с утреца. Так, этих я покормил. Что у нас тут в речушечке? Ух ты ж, сколько слаймиков. Ой, точнее, плортиков. Так, забираю все это дело. Жалко, что здесь нельзя поставить автосборщик фосфорный. Для них у меня созрела уже клубника. Их любимое блюдо. Ну что, ребята, открывайте рты. Кушайте. Кушайте, кушайте. О, счастливые какие, а. Счастье, полные штаны. Ух, сейчас напродаю-то. Интересно, десяточку я сейчас за все получу или нет? Блин, это пипец. Ты посмотри, какая стоимость у радиоактивных и бабах плортов. Пипец. Просто ценник снизился. Зато водяные подорожали. Ну, хоть чего-то. Ну, вот и все. Мы накопили 10 тысяч голды с тобой. Поздравляю тебя и себя с тем, что мы сейчас приобретем лабораторию. Пошли скорее. Я уже прям вот в нетерпении. Прям вот хочу. Так. Фух, ценник вроде не поднялся. Покупаем. Та-да-да-дам! Ей-ей-ей, слайма-наука, ты добрался до лаборатории специального участка ранчо, который позволит тебе создавать устройство, используя последние достижения слайма-науки. Спасибо. Как здесь необычно, прям как настоящая лаборатория. Ух ты, а тут еще и посмотри-ка, что есть. Давай посмотрим, здесь еще можно загончики построить. Прям чума. Время засучить рукава. В сарае есть все оборудование, которое тебе будет нужно, чтобы начать создавать устройство, используя слаймы науку. Спасибо. Ух, как тут круто просто. О-о-о-о. Офигеть. Чума. Перерабатывающий завод. Для выпуска устройств на твоем перерабатывающем заводе тебе потребуются ресурсы. Попробуй забросить плорт в перерабатывающий завод. Но помни, ресурсы, помещенные в перерабатывающий завод, уже невозможно оттуда достать. Я понял, а перерабатывающий это вот это вот, да? А, нет, это вот это вот, наверное. Я понял. Так, нажмите Е, чтобы... Да, вот он, перерабатывающий завод. Фух.
Давай попробуем розовеньких плортов туда закинуть и посмотрим, что будет. Сейчас, я быстренько, подождите. Вот, я принес 30 плортов. Сейчас закину. Огонь. Забросил, нажимаем Е. И что? Пока ничего, просто видно, что я их закинул. И, видимо, теперь мне нужно что-то с ними сделать. Блин, к какому устройству подойти? Строительный магазин. В строительном магазине ты можешь приобрести эскизы. Эскизы требуются для выпуска любого устройства. Я понял. Значит, вот это покупка эскизов. Давай зайдем сюда. Строительный магазин. Насос для начинающих. Позволяет тебе откачивать подземные ресурсы. Нифига себе, здесь еще и подземные ресурсы есть. Офигеть. Пасека для начинающих. Позволяет тебе собирать пчелиные ресурсы. Да ладно, здесь еще и пасека есть. Служит один цикл. Что такое один цикл в данной игре? Вот это мне непонятно. Розовый варп-хранилище. Капец, здесь всего столько. У меня сейчас просто шаблон порвет. А тут чего? Бур для начинающих. Это все, что у меня пока что тут открыто. Больше ничего нет ни в декорах, ни в технологии, вообще ничего. Для того, чтобы мне бур для начинающих построить, нужен еще скалистый плорт и радиоактивный плорт. Так, я вроде бы все плорты собрал. Сейчас мы это все дело вкинем. Радиоактивных 4 штучки, 10 скалистых. Вот, и вроде бы все. Вроде бы все готово. Давай-ка, так, все, изготовить. Вперед к науке! Я изготовил. И еще давай попробуем купить один эскизик. Эскизик, например, давай пасеки купим. Пасеку покупаем. Посмотрим, что нужно для пасеки. Для пасеки нужно фосфорный и медовый плорт. О боже, я даже не встречал медовых слаймов. Где они только обитают, я даже сложно представить. Так, попробуем сейчас этот бур поставить. А, вот же, сбоку написано режим устройств. Нажимаем на Т. Так, и я должен куда-то построить его теперь. Воу, ты посмотри-ка. Ну давай, наверное, вот сюда поставим. Нажмите Е, чтобы активировать. Е. И установить. Подожди, это что, через 11 минут оно только построится? О, как это все долго. Ладно, давай еще один эскиз купим. Эскиз чего? Насос для начинающих. Ну давай насос купим. Насос купили. Что там для насоса надо? Насос для начинающих, розовый плорт, миуровый плорт и бабах плорт. Ну, это все легко, это все сейчас будет. Блин, ну вот это, конечно, это коллапс. Ладно, пойдем поспим. Ой, давно не спал. Так, спать до утра. Кукареку, с добрым утром. Так, взломщик сокровищниц, нифига. Позволяет обходить замки на простейших сокровищницах. Я по-любому хочу это купить, потому что я столько сокровищниц видел и не знал, что с ними делать. А их, оказывается, еще и можно взламывать. Это просто чума. Так, значит, у нас тут должна уже буровая установка построиться. Курс обучения науки пройден. Спасибо. Слушай, а может 10 минут это всего один цикл в этой игре? И сейчас вот эта буровая установка, она просто исчезнет? Сейчас мы это узнаем. 5, 4, 3... 2, 1. Ну да, буровая установка закончила свою работу. Она нам об этом сообщает. Сейчас мы попробуем к ней подойти и посмотрим, что она нам даст. Так, что это она нам дала? Она нам что-то дала, только я не... А, смотри, какие... Это что? Желеобразный камень. Он твердый и мягкий одновременно. Офигеть, мы только что с тобой добыли желеобразный камень. Круто, я даже не знал, что такие существуют. Ну хотя, мы на другой планете и тут все возможно. Офигеть. Короче, ребята, игра только начинается. Я-то думал, она тут быстренько вжух-вжух и все. Вот так вот. В общем, если тебе понравилось и ты хочешь продолжения, то с тебя лайкосики, комментарии обязательно и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий крутой видосик. В общем, всем спасибо, удачки и пока. До нового видосика.